Первый вопрос. Какое впечатление оставил сегодняшний матч? Кажется, хороший морозный день. Хорошо, что было солнце, да, не было осадков, наверное, тоже плюс. Жалко болельщиков, но и с футболистами, и там тренером у нас есть возможность двигаться. А у болельщиков, к сожалению, этой возможности нет. Но это тем не менее, что это как данность. Хороший боевой матч. С равными шансами, даже, может быть, где-то у нас были моменты гораздо острее, мы реализовали два выхода один в один, что должны были делать. Но, к сожалению, это наша ахиллесова пята, которая не позволяет нам брать очки на выезде. А в целом, содержательный матч, даже где-то местами мы владели инициативой, и, в общем-то, команда показала неплохой рисунок, много владели мячом, несмотря на качество поля. Для этой погоды надо признать, что оно было тоже не такое же плохое. Ну что, если не забивать голов, сложно одерживать победы. Говорю, будем над этим работать, будем.